Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как отличить оригинальный ГРМ от подделки, которые, возможно, представлены в вашем регионе, магазинах, которые намного хуже эксплуатируются, да, и у людей возникает негатив к деталям. Вот это вот оригинальная наклейка. Но на наклейку не стоит обращать внимание, то есть и на коробку. То есть мы посмотрим содержимое, сравнение. Самое лучшее понимание в сравнении. То есть также посмотрим, лежит и гарантийники, и все лежит. Вот у оригинального ГРМ успокоитель компании «Луч» всегда лежит. Сфокусируйтесь, телефон. «Луч» должно быть на нем написано. Вижу, что он не видно. На подделке стороннего производителя нет никаких надписей. То есть на оригинале есть надпись «Луч». Прокладки одни и те же. И также можно определить по гидронатяжителям. То есть внутри лежит гидронатяжитель такого плана. А здесь гидронатяжитель, видите, отличается коробочка сейчас. Но на коробочку тоже не стоит обращать внимание. Сейчас я вам покажу их в сравнении, как определить. То есть если посмотреть, детали абсолютно одинаковые. Вот у подделки пятак, так скажем, более матовый, а у оригинала он блестящий, прям сильно блестящий. И также сейчас я вам покажу отличия в звездах. Вот отличия в звездах, то есть видим, на подделке звезда идет не покрытая, на заводе идет покрытая звезда. Ставьте оригинальные детали, чтобы автомобиль вас радовал.